Здравствуйте. Прежде чем к нам присоединится сегодняшний гость, эксперт, хотел бы сказать несколько слов. Знаете, армяне часто становятся первыми в чем-то и даже в трагедиях, как сейчас, которые разворачиваются на наших с вами глазах. Произошел уникальный случай в истории современной мировой демократии, когда весь цивилизованный мир, он же демократический, с одной стороны, борется против авторитаризма и тоталитаризма, а с другой стороны, впасть тому же авторитаризму, сам же закидывает демократическую жертву Арцах, где прав и свобод было куда больше, чем в авторитарном Азербайджане. Я не знаю, кто захочет там остаться из жителей Арцаха, из армян, и останется ли вообще кто-нибудь, но уверен, что такие единицы, возможно, найдутся. И сразу хочу обратиться к ним. Вы всю свою оставшуюся жизнь будете на посылках Алиева. Или, как сказал вот недавно опять штопанный Гордон из Киева, будете служить витриной. Ведь Алиеву нужно будет показать миру свою толерантность. Он из Степанакерта сделает Карабах-Мол, а оставшихся армян товаром, которые будут вынуждены петь оды на камеру об Алиеве и не забывать при этом про припевы о Гейдаре. Но я все же искренне надеюсь, что никого там не останется. Что такое авторитаризм, вы уже наверняка прочувствовали, когда ваш покой охраняли люди в красивых камуфляжах. Среди них были и настоящие человеки, человечище, я бы сказал, которые, узнав, что в одной из деревень азербайджанцы орудуют топорами и ножами, отправились на помощь мирным жителям армянам, эти самые миротворцы, и стали свидетелями крови на детях, женщинах, стариках. Этих миротворцев, к сожалению, расстреляли как свидетелей, азербайджанцы расстреляли. Жаль, что Россия снова простила Азербайджану убийство своих граждан, как и в прошлый раз в случае с пилотами в небе над Арменией. Увы, такова сейчас Россия, и прискорбно, что эти тысячи людей покидают древнюю армянскую землю Арцах под портретом Путина. Это фото, уверен, войдет в историю. Я просто уверен, что вот именно это фото войдет в историю. Зрителям же моим просьба. Многие из вас проживают вне Армении. Ваши дома и квартиры заперты, пылятся. Поселите там кого-нибудь из беженцев. Блогер Арутюн Акопян занимается как раз этим самым вопросом. Или можете выслать мне на электронную почту ваши контакты. Я передам ему и с вами обязательно свяжутся. К тому же, наверняка у вас есть друзья, родственники среди арцахцев. Я уверен, есть такие, потому что арцахские корни имеют многие из вас, именно русскоязычные армяне, или во всяком случае армяне, которые говорят и понимают по-русски. Армяне, скажем так, постсоветского пространства. Если не каждый второй, то уж каждый третий тем более. Я просто уверен, что вот каждый третий имеет, и у него имеются арцахские корни. Помогайте им напрямую, если не доверяете никаким фондам. Хотя, я думаю, сейчас не то время, чтобы не доверять кому-либо. Сейчас весь народ сплочен во имя Арцаха, во имя арцахцев. Поэтому ваша любая поддержка сейчас им необходима. Вот абсолютно любая. Если таковых нет, кому вы напрямую можете помочь, в том числе финансово, то можете сделать это через другие, например, фонды, которым вы доверяете, да, через тех блогеров, которым вы также доверяете. У нас, к счастью, сейчас очень много хороших блогеров. Главное, чтобы вы только разбирались в этих хороших, потому что, к сожалению, есть у нас и блогеры-провокаторы, и блогеры, которые делят армян на тех или иных, арцахских, не арцахских, карабахские кланы, не карабахские кланы и так далее. Поэтому включайте головы и разбирайтесь, кто действительно человек, а кто просто так вышел посидеть, говорящая голова перед камерой.
К тому же, все, что мне на канал поступает, это я уж со своей стороны скажу, я, в свою очередь, тоже передам беженцам. Мне, к сожалению, немного поступает, но поступает. И в любом случае, я всегда эти деньги сохраняю, потому что если я куда-то и езжу по армянским следам, я в основном езжу за счет тех денег, которые я издаю календари. То есть с продажи этих календарей я получаю, соответственно, деньги, на эти деньги я езжу. Поэтому те донаты, которые присылаете вы, я собираю и в любом случае всегда кому-нибудь помогаю из тех, кто более нуждается в этих деньгах. Многие из вас, мои зрители, знают об этом. Если вы за рубежом, опять же, можете мне написать на e-mail, а армянско-российская карта, виза имеется, моя армянская карта имеется вот под этим самым выпуском. Также там есть и номер карты виза российская и армянская, поэтому можете воспользоваться. Если вы смотрите, конечно, меня в YouTube, еще раз, вот под этим самым выпуском можете заглянуть, там все есть. Опять же, можете мне, можете там другим блогерам, через других блогеров, можете через какие-то фонды. Главное, не оставайтесь безучастными. И еще главное, о чем хотел бы я вас попросить, проснитесь от депрессии. Ну, правда, в конце концов, проснитесь уже от депрессии. Сейчас нужно заняться беженцами, а потом только выяснять, кто виноват, кого на мыло, а кого на виселицу. И когда мы все уже это сделаем, наведем порядок в стране, а мы обязательно наведем порядок в стране, тогда и займемся усилением армии, базами, техникой. Да, на это уйдут годы, и каждая тварь ответит за каждую армянскую душу. Детскую, взрослую, неважно. Мы были и есть народом мстящим. Не нужно об этом забывать. Но сейчас нужно заняться беженцами и усилением Армении. Так что в Арцах мы еще вернемся. Но сейчас наша задача обустроить беженцев и заняться Арменией. Еще раз повторяю. Я не зря это несколько раз повторил. Также не забывать, что тот, кто предал однажды, предаст и дважды, и трижды. Поэтому четырежды нужно подумать, чтобы не быть окончательно съеденным. Собирайте факты преступления. Ублюдки сами их выкладывают. У них же вот это вот все, как бы, понимаете, в крови записывать свои преступления. Они это всегда делали. В 90-х они на видео не снимали, потому что видеокамеры были, ну, это дорогое удовольствие. Сейчас есть социальные сети, сейчас есть телефоны, на которые можно снимать свои преступления, чем враг и занимается, делает это весьма с удовольствием. К тому же получают за это преференции, вот поэтому они это и делают. Радует, что наши, прежде чем погибнуть, увеличили им количество шахиднутых. То ли еще будет ой-ой-ой, как поет иноагентша. Ну, а сейчас я бы хотел предоставить слово эксперту, доктору политических наук Михаилу Владимировичу Александрову. Михаил Владимирович, здравствуйте. Я и сам считаю Пашиняна политически слабой фигурой, и мои зрители знают об этом. Но только ли он несет ответственность за то, что произошло в Карабахе? Давайте будем честными перед собой. Как американцы обычно начинают разговор, это хороший вопрос. Да, ну я вот уже думал, что такой вопрос возникнет, и поэтому я вот предлагаю такую шкалу ответственности за этническую чистку в Нагорном Карабахе выстроить. Кто же несет ответственность? Вот, согласно российской пропаганде, которую мы тут с утра до вечера слышим, упоминается только Пашинян. Но если вот объективно проанализировать, вот такую шкалу я выстроил, то, конечно, главную ответственность несет Алиев, президент Азербайджана. Именно он начал военные действия, нарушив трехстороннее соглашение о прекращении огня 9 ноября 2020 года. На это никто не отреагировал, кстати говоря.
все как-то пожимали плечами, помалкивали. Слово «Алиев» вообще не произносилось, как будто вот это инопланетяне какие-то дали команду, значит, вести азербайджанские войска в Нагорный Карабах. То есть основная ответственность лежит на нем. У Алиева есть мощный союзник, который наверняка санкционировал эти действия и помогал ему, и помогает политически. Это Турция, это Эрдоган. Значит, по степени ответственности Эрдоган на втором месте стоит после Алиева. Ну вот уже на третьем месте, конечно, стоит наш дорогой Никола Пашинян, который действительно отказался защищать Нагорный Карабах. И, собственно говоря, тем самым позволил вот так легко осуществить этническую чистку населения Нагорного Карабаха. На четвертом месте стоит моя дорогая Россия, моя родина, которая обещала защитить людей в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему заявлению тому же самому, который назвал. Да и, кстати говоря, и решением Совета Федерации миротворцы направлялись для защиты населения Нагорного Карабаха. И вот мы видим, что эта функция не выполнена, не выполнено фактически решение Совета Федерации и не выполнено международное соглашение, это трехстороннее заявление. И как мы видим, последствия вот этого бездействия, нерешительности, они очень, очень серьезны. Серьезнейший удар по жителям Нагорного Карабаха, которые всегда были дружественными к России, которые многократно воевали за Россию. И в истории это, из этого, эти факты из истории не вымораешь. Известные карабахцы, они вот записаны в аналы русской и советской истории, как активные участники различных войн на стороне России, как герои Советского Союза, как маршалы, генералы, полководцы еще времен Российской империи. И вот этих людей наше российское руководство бросило. Бросило на растерзание Азербайджана. Вот. Ну, дальше тоже идут доброхоты. Это уже западные доброхоты, которые много говорили о защите, значит, о правах человека вот в Нагорном Карабахе, о недопустимости этнических чисток. Кто только не говорил, и США, и Франция, и Евросоюз постоянно об этом говорили. Вот. Но когда началась блокада Нагорного Карабаха Азербайджаном, никто пальцем не пошевельнул для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы надавить на Азербайджан, чтобы заставить его отказаться от этой агрессивной политики. Никто даже пальцем не пошевельнул. Я даже думаю, что они из-под тишка так говорили Алиеву: ты давай, давай, русские сейчас не решатся ничего делать, видите, там Путин очень осторожничает, не будет он ничего делать, давайте вводите войска. Мы вас покритикуем, конечно, но вот никаких реальных действий мы предпринимать не будем, так что ты получишь Нагорный Карабах. А для чего это делалось? Именно для того, чтобы вот Россию выставить в таком неблаговидном виде перед армянами всего мира, ну, прежде всего, перед карабахцами самими, а также и перед армянами Армении, вот, и, так сказать, воспользоваться этой ситуацией для вытеснения России из Армении и вообще из всего Закавказья. Вот такая у меня шкала ответственности. Михаил Владимирович, ну, давайте так, смотрите, ну, неужели ты, при всем неуважении моем к Алиеву, и, ну, это все-таки Россия — это Россия, Азербайджан — это Азербайджан. Как могла Россия повестись на
на то, что сказал Алиев. Я понять не могу. Вообще-то у России свои интересы в Закавказье, да, и это, наверное, страшный сон любого императора русского, любого царя видеть турецкий сапог на Кавказе. То есть как Россия могла вот так вот просто отказаться от зоны своих интересов? Только потому, что Алиев там что-то пообещал. Ну, я даже не знаю, чего он обещал. Может, он и не обещал ничего. Я начну издалека. Не, ну своя-то голова есть у Кремля, и там голов вообще-то много. Попробую объяснить, как я это вижу. Я начну издалека. Началось это даже не при Пашиняне. Началось это при Серже Саргсяне. Было два эпизода после войны 2008 года в Грузии, которые не понравились российской стороне, со стороны, так сказать, вот поведения со стороны армянского руководства. Один этот эпизод – это награждение Саакашвили, которого в России обвинили изгоем, и которого мы вообще хотели судить, там Путин его хотел повесить вообще за одно место, как он говорил. Вот. То есть он был абсолютно изгой в России, он развязал войну, вот. Погибли наши миротворцы, погибло много осетин. И, так сказать, после этого награждать его, даже за какие-то другие вещи, естественно, не за войну его наградили, но все-таки это был такой очень афронт для России, очень выпад такой заметный. Конечно, Кремль официально промолчал, но это запомнил. А потом еще был такой шаг со стороны Сержа Саргсяна, это попытка подписать ассоциацию с Европейским Союзом. Это уже вызвало более серьезное, так сказать, в России недовольство. И именно тогда начались поставки оружия Азербайджану. То есть в Москве поменялась концепция. Если раньше Армения рассматривалась как надежный союзник, то вот эти два эпизода, они, видимо, подтолкнули Крым к тому, чтобы ввести политику равноудаленности, как я ее называю, равноудаленности. То есть стали заигрывать с Азербайджаном, поставили ему огромную партию современного оружия. То есть это был такой намек Армении, что если вы вот продолжите в том же духе, то, значит, мы перейдем вообще на сторону Азербайджана. Но что получилось? Я же Саркисян, он все-таки опытный человек, он понял намек. И сразу же прекратил все эти дела с Европейским Союзом, вступил в Евразес. Вот. И вроде бы все должно было бы вернуться на круги своя. Но вот этот вот промежуток времени, он сыграл роковую роль для Армении. На круги своя уже все не вернулось. Азербайджан ухватился за эту ситуацию. В течение этого периода времени он создал там определенные лоббистские структуры. Он начал активно работать с российским чиновничеством, там кого подкупая, кого-то, значит, обрабатывая другими способами. Купил экспертов, журналистов. Вот. Мощная азербайджанская диаспора в России, конечно, она уступает армянской, но тем не менее достаточно крупная диаспора, которая торговлю контролирует в ряде областей, вот, тоже влияет, так сказать, на поведение чиновничьих структур более низкого уровня. И вот, создав такую систему лоббизма, Азербайджан уже, так сказать, продолжал вот раскручивать этот маховик сотрудничества. Я сам помню, я звонил как-то в МИД. Там какой-то вопрос по Нагорному Карабаху возник. В МИДе были недовольны, почему у нас здесь в Москве представительство Нагорного Карабаха. А я тогда работал в Институте стран СНГ, и вот мне из МИДа позвонили. Ну, я перезвонил там какому-то зав. Отделом, и я ему говорю, ну, хорошо, что у нас представительство Нагорного Карабаха. Мы же должны помогать Армении, она же наш союзник, значит, мы должны что-то делать, так сказать. Пусть негласно, но помогать. А он мне сказал, не, ну как, а Азербайджан тоже наш союзник? Я говорю, ну как же, у нас с Арменией там договор военный, наша база там, Азербайджан, он союзник Турции. Вы что, не понимаете? Не, Азербайджан наш союзник. Все. Вот на этот момент, это где-то 15-й год, до войны 16-го года. Вот поменялось
значит, настроение, то есть пришли какие-то новые люди, уже как-то вот азербайджанское лобби в МИДе усилилось. Вы, наверное, прекрасно знаете, что ректор МГИМО Туркунов, он, так сказать, лоббист, активный лоббист Азербайджана, друг Алиева. Вот, он тоже повлиял, наверное, там на расстановку кадров и их продвижение, так сказать, в эти отделы, которые занимаются Арменией, Азербайджаном. Ну и вот мы видим такую ситуацию, что возникла ситуация равноудаленности. А в этой ситуации, как, фактически это нейтралитет. Не союзничество, а нейтралитет. Вот. А когда пришел Никол Пашинян, так сказать, со своими заявленными уже известными прозападными взглядами, и он тоже там ошибок вначале наделал много, достаточно того, что он там это... скандал с генеральным секретарем ОДКБ, который он там устроил, вот, это уже, так сказать, привело к еще более негативному отношению со стороны Кремля. При этом совершенно не понимались вот наши глубинные национальные интересы на Кавказе. Ну, мало ли кто там пришел, там, ну, бывают там отклонения какие-то. Вот персональные, ну, наши глобальные стратегические интересы в союзе с Арменией состоят. Вот это надо было понимать. То есть я правильно понимаю, что то, что позволительно Азербайджану, не позволительно Армении, независимо от того, кто во главе государства армянского. Не, ну сейчас это именно так и получается. Сейчас. И причем это довольно странно аргументируется, вот, потому что Армения наш союзник, а Азербайджан вроде не наш союзник, они говорят. А потом, когда говоришь, ну все-таки Армения наш союзник, они говорят, и Азербайджан наш союзник. То есть, получается так, что да, Алиеву все прощается, на его действия закрываются глаза. Вот, какие бы преступления он ни совершал, вот убийство российских миротворцев, это же военное преступление по существу. Причем, наверное, уже все знают, как они были убиты и за что. Это уже понятно. Открытая информация. Понятно. Они были свидетелями зверств азербайджанских солдат в одном из армянских сел, где жертвами были... Мы все-таки находимся на канале, чтобы нас не подрезали, там, не вырезали, скажу так, утрированно, где жертвами были и дети, и женщины, и кровь, там все присутствовало. И эти миротворцы были свидетелями всего этого. Конечно, конечно. Я поэтому и говорю, что возмутительная реакция. То есть вот Алиев позвонил. Во-первых, никто не комментирует. Ни Министерство обороны, ни Следственный комитет, ни МИД не комментируют. Только вот заявление о том, что Алиев позвонил, извинился и тишина. Ну что он извинился? Вот Зеленский завтра извинится за военное преступление на Украине. И что, значит, Бастрыкин закроет все уголовные дела? Ну это же абсурд. А тут даже не пытались уголовное дело завести, хотя это серьезнейшее военное преступление. Ну, то есть получается, что у Алиева вообще карт-бланш на совершение любых гнусных... Да, ну вот смотрите, вот зато признали Осетию, да, Южную Осетию, Абхазию, хотя, насколько я помню, может я ошибаюсь, я не знаю, но насколько я помню, там вообще никого не убивали. Медведев признал Южную Осетию только потому, что там якобы, по его словам, может правда, может нет, я не знаю, находились российские граждане, ну, наверное, те же миротворцы, уже дела давно минувших лет, я точно не помню, и что им грозила опасность. И вот из-за того, что им грозила опасность, Россия признала Южную Осетию. Так ведь было, нет? Нет, не совсем так. Там погибло 75 российских миротворцев в ходе боевых действий, вот, и 3000 осетин было убито. Это перед тем, как признать Южную Осетию, да? Да, признали их дней через 20 после окончания войны, я сейчас точно дату не помню, но не сразу признали, не в момент боевых действий. Вот, но Медведев действовал решительно, я очень удивлен, честно говоря, всегда воспринимал Медведева как человека нерешительного, менее решительного, чем Путин, по крайней мере. А тут получается наоборот. Медведев решительно и четко сработал. И, кстати, война была не такая простая, как многим кажется.
Вот по этому поводу Цыганок, такой известный военный эксперт у нас, специалист, написал книгу об этой войне, где он говорит, что это действительно была крупная военная операция. Но если с Украиной сравнивать, конечно, она меньше. Но, по крайней мере, как одно из направлений украинских боевых действий. Вот по числу задействованных военнослужащих, сил и средств. Вот, и тем более горная местность, более сложно вести боевые действия. Тем не менее, сработали очень неплохо. Вот, так что я просто удивлен вот этой реакции равнодушия. И главное потом, вместо того, чтобы признать свои, так сказать, ошибки, делается вид, что вообще ничего не происходит, что Алиев ничего не совершает, что во всем виноват Пашинян. А на что они рассчитывают в Кремле? Они говорят, мы остаемся союзниками, вот Песков говорит. Ну, ты можешь говорить все, что угодно, но как тебя армяне-то после этого будут воспринимать? Как предателя? Да, да. Вот. И я там... вообще не понимаю, вот сейчас в адрес армян какие-то колкости. Но ведь так и есть. Смотрите, что произошло. Я вот сейчас буду говорить вот об Арцахе, именно на народе Арцаха, которые праздновали, там концерт выдавали в день, когда ДНР и ЛНР присоединилась к России. То есть они там, ну, праздновали это событие, будто бы сами являются очередным субъектом федерации, понимаете? И сейчас они уходят из Арцаха, где пребывали их предки тысячелетиями, можно сказать, оплеванными. Оплеванными, и они не знают, как дальше жить. То есть люди, на которых они надеялись, страна, на которых они надеялись, ну вот просто их предала. Я вот скажу прямо, это и есть предательство. Ну, я бы сказал так, предало их российское руководство. В общем, я не думаю... Ну да, это понятно, да. Как таковая их предала. Все-таки да. Многие русские люди с симпатией относятся к Нагорному Карабаху. Те же миротворцы, о которых мы сейчас говорим. Ну да, они жизни свои положили. Да, вот именно... Но даже те, которые сейчас помогают им оттуда выехать. Это тоже делают сейчас российские граждане миротворцы. Да, а вот российское руководство чем-то вот, какая-то трогательная любовь у них к Алиеву, понимаете, просто это совершенно непонятно. Я иногда думаю, может, потому что его папа в КГБ работал, а у нас вообще вот основная сейчас руководящая элита, она связана со спецслужбами, может быть, вот поэтому, так сказать, такая странная любовь. Но вот что интересно, у Саакашвили была такая же история, между прочим, с ним не церемонились. Так что вот это мне непонятно. Я считаю, это огромнейший провал российской внешней политики. Вот, и не только, так сказать, первый провал. То есть первый провал. Да, это сейчас обсуждают даже самые там ленивые. Не только на российских каналах. И на украинских каналах. Я включаю YouTube-каналы украинские. Они говорят в последнее время в основном только об Арцахе, как Россия их предала. Армянский народ, который двумя руками был в союзе с Россией, и, ну, понятно, что на многих там заседаниях голосовало в пользу России, то есть Армении, я имею в виду, да, и они сейчас это обсуждают, и они, откровенно говоря, смеются над арцахцами, Украины, я имею в виду. Тот же Гордон, там вот этот их пришитый, и еще там есть у них ряд блогеров и деятелей. Ну, арцахцам на самом деле не на кого было особо надеяться-то. Ни Англия, ни Франция, ни США бы им не помогли. Все равно. Вот. Поэтому они надеялись на Россию, а Россия их бросила. Так я и говорю, вот это провал, завершающий, может быть, провал во внешней политике России на постсоветском пространстве. Первое это была Грузия, которую тоже сдали фактически Саакашвили. Хотя можно было бороться там, можно было Башидзе поддержать, можно было базы не выводить. Там одна база в Халкалаке была, где армяне жили. То есть достаточно было проявить силу воли, настойчивость. Вот, и мы могли там победить. Ну нет, сдали все. Грузия сейчас ориентируется на Запад. Украина то же самое. 2014 год, надо было наступать. Я думаю, сейчас и Армения будет тоже ориентироваться на Запад. Да, 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 я и говорю, а вот 2014 год, надо было наступать. Они подписали Минские соглашения, 8 лет там долбили русских на Донбассе. И только когда они увидели,
что сейчас украинцы сами будут наступать и пойдут там до Ростова, до Крыма, вот, и что делать нечего, они попытались, значит, это предотвратить превентивными действиями. Вот, и то не очень хорошо получается, как мы видим. Вот. Ну и третий, вот это вот провал уже, значит, в Армении, потому что из союзника Армению превращают в врага фактически. Она сейчас будет искать других спонсоров в области безопасности. Американцы уже ухватились за это. Письмо от Байдена Пашиняну привезли, что мы обеспечим вашу безопасность. Может, они не будут обеспечивать, но обещать-то они мастера пообещают. Для них сейчас главное, обещают что... многие мастера. Да, да. Они боятся просто, что Армения сейчас к Ирану может обратиться. Вот. А Пашинян может сказать так, что если вы нас сейчас не поддержите, войска не введете американские к нам на территорию, то мы тогда к Ирану пойдем. А что нам делать? Нас раздавят. Вот. Я думаю, тут может быть так, что американцы-то и пошлют свои войска в Армению. Они и в Грузию, кстати, хотели, они в Грузию хотели создать базу, но вот это правительство мечты как-то не проявило энтузиазма по этому поводу. А если сейчас Армения предложит, так, ну что ж, сам Бог велел. Им, американцам очень важно сейчас Иран окружить, понимаете? Тут даже и не столько с Россией связано, сколько с Ираном. Зайти туда, то есть там Турция, Азербайджан, которые хотят оттяпать... У Ирана Северный Азербайджан, так сказать, который населен якобы азербайджанцами, хотя это тюркоязычные персы, но они вот хотят его оттяпать. Да, там где-то 15 миллионов я бывал в том регионе. Не ну, так, как говорят в Азербайджане, якобы 40 миллионов азербайджанцев проживает в Иране. Во-первых, они забывают, что там с 1979 года никакой переписи не велось по национальностям. Начнем с этого, да? А уж тем более, что это тюркоязычные иранцы. Они даже внешне отличаются от этих азербайджанцев. Абсолютно правильно. Никакие они не тюрки, на самом деле. А эти всех в тюрки записывают. Даже наших татар в тюрки записали, хотя они вот генетические исследования проводили. Никаких там тюрков на самом деле особо и нет. Там славянские гены, кавказские гены, финно-угорские гены, а тюркских там ну, совсем немного. Но все равно в тюрки записали, понимаете? То есть вот этот экспансионизм тюркский, он, так сказать, работает, они его используют активно. Так вот, американцы войдут, и два тюркских государства, один член НАТО, другой союзник члена НАТО. Вы представляете, какая конфигурация? Все они выходят к Каспию. И дальше в Туркмению тоже тюркскую, так сказать. Ну, конечно, они тоже не совсем тюркские. Это там и персидские, да, есть корни. Там сложно разбирать. Но неважно, они туда пойдут, туда. Нас от Каспия, от Ирана отрежут через Каспий. В общем... Ну, Россия сама этого хочет. Видимо. Геополитическая катастрофа назревает. Единственное, на что Кремль рассчитывает, что сейчас, может, Пашиняна скинут. Вот. Но я что-то не уверен, что его скинут, потому что он пользуется поддержкой Запада. Да, вот. Дело даже не в этом. Мне кажется, из-за случившегося как раз-таки Кремль подтолкнул даже ту часть армян, которая была пророссийская, на то, чтобы Пашиняна удержать. Это насколько я понимаю, потому что ну, я связываюсь с теми, кто сейчас в Армении. И даже многие из тех, ну, кто не питал уважения, скажем так, к Пашиняну, они как раз-таки именно сейчас, именно теперь против того, чтобы Пашиняна не стало. Ну, во-первых, потому что некем заменить, начнем с этого. Во-вторых, у них есть такая боязнь. Если сейчас не Пашинян, то Кремль назначит кого-то своего, и тогда Армении вообще кирдык. Это будет где-то там какая-то губерния на задворках империи. Это я сейчас передаю то, что я... Это мой Егор Берни не будет, просто там Сюнюкский, этот коридор, да. Или Зангезурский сразу. Да, строит, да, понимаете? Да. Ведь Алиеву уже нужен Зангезурский коридор, а у нас он такой важный, оказывается, его критиковать нельзя. Ни одно СМИ его не критикует, да, и уголовные дела против азербайджанцев нельзя заводить вообще. Да, если ему нужен Зангезурский коридор, то надо товарища поддержать, наверное, вот так получается.
Да, я не исключаю, что в Армении такие сейчас настроения нарастают, что уж лучше, так сказать, с иранцами или с американцами, чем с Россией. Это эпический провал внешней политики. Мне кажется, что вот МИД РФ вот в последние 20 лет он делал все, чтобы навредить России и улучшить ее положение на постсоветском пространстве. Я не говорю там про Африку, Азию, Китай, там, может быть, там и, в общем, неплохие результаты. Это я не об этом. Но вот на постсоветском пространстве провал за провалом, провал за провалом. Такой вопрос. Что теперь? Ну, да, вот представим, все, вопрос Арцаха исчерпан. А Алиеву он не нужен, не нужно никому ничего доказывать, в принципе, ему теперь и Путин уже не нужен, да? Что теперь? Каков курс Азербайджана далее? Так я заранее предупреждал, что Алиев Путину скажет спасибо, да, спасибо, дорогой, ты помог присоединить, да, Арцах или Нагорный Карабах, или как они там его называют, Карабахский экономический район. Да, так, район. Да? Да, ну и все, вы можете быть свободны. Азербайджан продолжит свое сотрудничество с Западом, причем сейчас более решительно и более, так сказать, эффективно, потому что от России ему особо ничего не надо, у него нефть, газ свои. И вот, он заинтересован в том, чтобы стать частью такого-то коридора, ведущего на восток, там через Центральную Азию. Вот. Он заинтересован, чтобы находиться вместе с Турцией в единой системе безопасности. Армению они хотят ослабить до такого состояния, когда она уже никогда не поднимется. Вот. И вот эта идея о Зангезурском коридоре, она тоже с этим связана. Вот. Я думаю, сейчас они переключатся на Иран вместе с Турцией. Будут подрывать Иран, там Израиль тоже, как вы знаете, активно в этом участвует. Ну и США, которые тоже, как один из клиентов Израиля, ну, вот, будет помогать в этой комбинации против Ирана. А, так сказать, Россия, она останется где-то в стороне и уже не сможет влиять на процессы в Закавказье. Да, такие прогнозы, значит, да? Да, такие прогнозы. Ну, Шойгу пытается сейчас что-то лихорадочно исправить. Вот поехал в Иран, что-то он там договаривался. Ну, понимаете, на иранцев где сядешь, там и слезешь. Вот. Они наши интересы защищать не будут. Ну, когда, конечно, они увидят, что если американцы заходят в Армению, тут они могут попытаться что-то сделать. Но какие у них реально ресурсы для этого, мне не очень понятно. Не будут же они с Арменией воевать, правильно? Ну, я думаю, что Иран тоже. Вот многие сейчас надеются на Иран. Там, но у меня особо так надежд я никаких не питаю. Ну что американцы в Армении, а израильтяне в Азербайджане? Это как-то на них подействовало? Ну да, только они озабоченность постоянно выражают. Да, на этом все заканчивается. Все озабочены, вот все. Очень сильно. Все вокруг озабочены чем-то причем. Да, да. Но никто ничего вот практического не делает. А работает Запад, Запад работает как такая мощная машина, которая сама по себе уже функционирует, там Байден, не Байден, Нуланд, не Нуланд, эта машина работает, работает в определенном направлении и добивается результатов, понимаете, добивается результатов. Вот, а еще один результат нас выгоняют из Армении. Сегодня я разговаривал с человеком одним, который очень грустно заметил, армянин по национальности. Он мне сказал, я 40 лет своей жизни положил на российско-армянские отношения. Это действительно так. Он очень много сделал для этого. И теперь я сижу подавленный. Я понял, что много чего я не понимал и сейчас не понимаю. Зачем России это было нужно? Вот происшедшее. И чего мне теперь дальше делать? Он сидел подавленный, это взрослый мужчина уже, ну, 40 лет он отдал этому всему. Понятно, что взрослый человек. Я его понимаю. Вот таких людей я понимаю. Ну, я попытался объяснить, вот в чем смысл был действия России. Это политика равноудаленности, которую американцы ловко использовали.
приведя к власти Пашиняна и, так сказать, фактически спровоцировав вот эту ситуацию, где Россия оказалась в капкане. Хотя мы могли проявить силу воли, я же предлагал. Предупредить Азербайджана еще, за что меня с работы уволили? Ну, вот его обвиняют в том, что он признал якобы Арцах территориальной вот целостности Азербайджана. Ну, то есть Арцах в составе Азербайджана. Сейчас его обвиняют в этом. Но ведь еще 2 года назад те же российские СМИ его же обвиняли в противоположном, что он сказал, Арцах это Армения и точка. Да, это совершенно надуманные обвинения, потому что Россия всегда сама признавала территориальную целостность Азербайджана. И миротворцы вводились на территорию Азербайджана с тем пониманием, что это территория Азербайджана и Карабах территория Азербайджана. Вот. Ну а что касается, вот сейчас они стали использовать мой тезис, спорная территория, что якобы Пашинян отказался от понятия спорная территория. Так он и не должен был об этом говорить, об этом должны были говорить карабахцы, и они об этом говорили. То есть для них эта территория была независима. Но весь российский официоз, он вообще лишил карабахцев права голоса какого-то. Они вообще тут не присутствуют, их как будто и нет вообще, этих 120 тысяч человек, которые проголосовали за независимость. То есть они не являются здесь каким-то субъектом вот с точки зрения российского официоза, понимаете? Но это все делается в интересах Азербайджана. Вот. Политика равноудаленности, она привела к тому, что в конечном итоге мы не поддержали Армению в 2020 году, а потом все посыпалось. Все посыпалось. Американцы ловко использовали эту ситуацию, увидев, что вот наш миротворческий контингент там стоит. И когда война на Украине началась, они стали подзуживать Азербайджан, чтобы он начал экспансию. Обещая ему, что ничего мы делать не будем. Ты давай, вот дави, русские не рискнут. И вот он, они правильно просчитали Путина, говорит, Путина невозможно просчитать. Отлично, они его просчитали, что он не рискнет действовать. Вот, сейчас такой нарратив у нас в стране, что вот, Россия не выдержит войны на 2 фронта, Россия слабая. Я говорю, ну что за бред такой? Россия ядерная сверхдержава. Она весь Запад может уничтожить. Она может Азербайджан как клопа прихлопнуть. То, что мы не используем ядерную оружие на Украине, но это потому, что там это наша земля, там же люди живут, наша земля. Что ж мы будем там ядерное оружие использовать? А нам надо расчехлить ядерное оружие и сказать, что если вы сунетесь, мы вас в порошок сотрем. Вот. А оно для этого, для таких ситуаций создавалось, ядерное оружие, когда нас со всех сторон обложат гиены и собаки, которые хотят Россию разорвать. Вот для этого оно создавалось, чтобы дать им всем как следует по мозгам. А у нас вот, да нет, мы ничего не можем, давайте мы это самое уйдем, сдадим. Ну вот, ушли, сдали. Как Горбачев, кстати говоря. Горбачев же тоже говорил, да, ну вот сейчас ядерная война может быть с Западом. Давайте мы лучше не будем обострять. Давайте мы отдадим Восточную Европу. Вот, уйдем и будем жить мирно. Ну, вот. Да, многие Пашиняна, кстати говоря, как-то сравнивают с Горбачевым даже. Да не, ну он что, Горбачев? Пашинян, он на Запад ориентировался. У него была четкая цель. Оторвать Армению от России и переориентировать ее на Запад. Вот. И он воспользовался этой ситуацией. И при помощи, он там консультируется с послом США постоянно. Им говорят, что делать. Он все делает, как они сказали. И вот эта комбинация получилась. Так что тут... Жертва Арцаха, американцам Арцах не интересен, Пашиняну Арцах не интересен, наоборот, он даже его не любит, я так понимаю. Вот. Так что это жертва такая, которая устраивает и Запад, и Пашиняна. Зато русских выдавили из Армении. Прекрасная комбинация. Я думаю, русские сами себя выдавливают оттуда. Причем не только из Армении, но и вообще из-за Кавказа. Ну, своим поведением, вот, бездействием, да, бездействием. Да. Да, но цели такой вот уйти не было. Сознательной цели уйти из Армении не было, понимаете? Вот, так сказать, у американцев была цель вытеснить нас из Армении. И они этой цели добились.
Спасибо большое за сегодняшний разговор, Михаил Владимирович, за то, что снова откликнулись, потому что сейчас и мне, и нашему народу, какая бы там черная кошка ни пробежала, все равно здесь действительно тысячелетние связи между двумя странами, между двумя народами, и я очень хотел бы надеяться, что они не прервутся. Да, ну, это сложно будет сделать, на самом деле. Это сложно будет сделать. Должен пройти какой-то период переосмысления, переваривания всего. Вот, я не знаю, как там дальше будет. Войдут США в Армению, не войдут. Как Иран себя поведет. Время покажет, насколько все-таки Пашинян готов дальше жертвовать интересами Армении. Это покажет время. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.